Возможно, вы встречали преподавателя, который после лекции, обращаясь к аудитории, спрашивал, есть ли у вас какие-нибудь вопросы, и в ответ на тишину со вздохом говорил, ну значит, всем все понятно, или никому ничего не понятно. Любознательность, желание докопаться до истины, четко понять суть проблемы, найти ответы на важные, но сложные вопросы, все это качество успешного, целеустремленного, зрелого человека. Именно таким был один из религиозных лидеров израильского народа, высокообразованный, состоятельный, уважаемый фарисей Никодим. Он слышал о чудесах, которые совершал Иисус, и о тех истинах, которые Христос провозглашал. Все это привело его к логическому вопросу – кто же такой Иисус Христос? Именно поэтому, когда Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, Никодим воспользовался хорошей возможностью встретиться с Ним. Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Как мы видим, уважаемому начальнику не просто было решиться на встречу с Иисусом. Вопрос «А что подумают люди?» лишил многих людей возможности совершить правильные поступки. Зависимость от мнения других порой удерживает нас от понимания важных вещей, принятия правильных решений. Тем не менее, преодолевая стыд и, возможно, страх и стеснение, Никодим ночью все же нашел возможность пообщаться с Христом. По этому поводу мне вспоминается детство, когда мама, мотивируя нас делать добрые дела окружающим и друг другу, говорила, дети, никогда не стесняйтесь делать добро, зло стесняйтесь делать. И Никодим был сполна вознагражден за свою решительность. Он не только получил ответ на свой вопрос, что сделало его впоследствии учеником Иисуса Христа, но и услышал много замечательных истин о Боге, об одной из которых мы сегодня поговорим. В нашем языке существуют понятия, которые раскрывают свое истинное значение только во взаимодействии друг с другом. Например, верность и дружба. Очевидно, что друг должен быть верным. А если он не верен, то это никакой не друг. Другим примером может служить выражение высокая мораль. Ведь если мораль низкая, то это уже не мораль, а отсутствие таковой, а моральность. Подобных примеров можно привести множество. Однако давайте поговорим о двух понятиях, одно из которых является очень приятным и желанным для большинства населения нашей планеты, а второе наоборот. И посмотрим, как через взаимодействие их друг с другом открывается величайший смысл каждого из них. Смысл, который может изменять жизнь людей, как в масштабе вечности, так и отдельно взятой человеческой личности. Отвечая на вопросы Никодима, Иисус произнес одну фразу, которую христиане называют «золотой стих Библии». Золотой не потому, что лучше других. Вся Библия, являясь Словом Божьим, имеет огромное значение для жизни человека а золотой потому, что заключает в себе величайшую истину о спасении человека от греха и вечной погибели. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Данный текст говорит о красоте Божьей любви и о великой жертве, которая была принесена в доказательство этой любви, Благодаря любви Божией, подтвержденной делами, а именно жертвой Христа на Голгофе, мы получили надежду на жизнь вечную. В чем же суть любви? Что такое жертва? Почему они не могут существовать друг без друга? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим каждое из понятий в отдельности. А потом посмотрим, что же имеет в виду Бог, когда говорит о любви и жертве, и какова должна быть реакция человека, имеющего правильное понимание жертвенной любви. К сожалению, сегодня слово «любовь» настолько затерто и обесценено, что воспринимается многими как легкое, игривое, недолговечное чувство, которое не требует доказательств, усилий или каких-либо жертв. Любовь к жареной картошке, любимому щенку, прекрасной невесте зачастую не имеет большого различия. Молодой человек может утром клясться в любви к своей возлюбленной, а уже к вечеру разлюбить, но через три дня полюбить снова, с больших и не очень высоких трибун мы часто слышим заверения в любви, однако нам почему-то не верится в искренность говорящих. Почему? Да потому что любовь без готовности пожертвовать собой ради объекта любви – это не любовь вообще. Любовь, которая не выражается в делах, просто пустой звук. Бог доказал свою любовь к людям на деле, отдав жертву своего единородного сына, который заплатил своей кровью за наши грехи. Вот образец истинной любви. Как любовь без жертвы не является истинной любовью, так и жертва без любви может быть чем угодно, но только не жертвой. Жертва без любви может быть данью долгу. Я читал историю об одной маленькой сиротке, которую после смерти родителей приютила богатая тетя. Какое же разочарование бедной малышки было, когда она узнала, что милость, проявленная к ней, была мотивирована не любовью, а не желанием тети уронить свой авторитет в глазах общественности. Жертва без любви может быть удовлетворением собственных амбиций. Сегодня этот вид жертвы можно назвать словом пиар. Это когда о каждом сделанном добром деле нужно раструбить на весь мир, чтобы все узнали, какой ты хороший. Далеко не любовь к несчастным, а самовлюбленность двигает такими людьми. Жертва без любви может рассматриваться как выгодное сотрудничество. Это когда я делаю что-то доброе тебе, ожидая, что взамен от тебя получу гораздо больше. Как низко и примитивно, в глазах Бога, выглядит такая имитация жертвенности, вызванная эгоистическими побуждениями. Как мы видим, оказывается, не всякая жертва ⁇ это признак любви. Как и не всякая заявленная любовь, является настоящей любовью. Однако заметьте, что в случае с Богом не что-нибудь, а именно любовь побудила его принести великую жертву. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Вначале возлюбил, и по этой причине пошел на жертву ради падшего человечества. Итак. Смотря на образец Божьей любви, мы видим четкую взаимосвязь понятий ⁇ любви ⁇ и ⁇ жертвы ⁇ Любовь ⁇ это сильное чувство желания добра другому, выраженное в зрелом решении действовать во благо объекта любви. Жертва же ⁇ это действие, направленное на благо другого, мотивированное сильной любовью к нему. Таким образом, ни любовь без жертвы, ни жертвы без любви существовать не могут, только жертвенная любовь является истинной любовью. Только поступки, мотивированные любовью, являются истинной жертвой. Дорогие друзья, пусть жертвенная любовь Бога наполнит благодарностью наши сердца и послужит образцом жизни на основе любви. У такой любви есть глаза. Она замечает нужды других и с готовностью спешит на помощь. Давайте проверим нашу любовь к Богу, родным, членам церкви, сотрудникам, соседям на предмет соответствия Божьему образцу. И будем, благодаря Бога за великое спасение, жить жизнью достойной, чтобы каждый мог с уверенностью сказать, что Господь действительно живет в нас и действует через нас любовью. Никодим не побоялся и не поленился задать Христу волнующие его вопросы. Он получил намного более полный ответ, чем мог ожидать. Возможно, тебе, дорогой друг, много непонятно в христианстве. Ты читаешь Библию и не можешь уловить ее суть, тебе до конца не ясна цель прихода Христа на землю. Задай свои вопросы Богу. В молитве спроси Его о том, что тебя волнует. Перед тем, как открыть Библию, помолись, чтобы Бог дал понять тебе то, что ты прочитаешь. И я уверен, Бог будет отвечать и откроет тебе даже больше, чем ты ожидаешь. И ты увидишь, как ясное понимание Бога начнет преображать твою жизнь, делая ее на полную смыслом и значением, как это случилось в истории с Никодимом.